Полонез – танец, который традиционно открывает балы. Именно его первым исполнили ученики школы Рыбновского района. Более 120 человек вышли на паркет, чтобы показать свою грацию и умение выполнять сложные танцевальные фигуры. Просто нереальные. Здесь очень классная атмосфера. Просто вдохновляешься тем, что было до. И сейчас надо как бы восстанавливать это. Все, что сейчас есть, чего-то не хватает. Вот именно таких балов, когда в платьях, прически, макияж, просто все восхитительно. Все девочки очень красивые. Почаще бы такое. Очень волнительно, так как это мой первый раз. Вот. Мы очень долго репетировали, 2 недели. Постараемся сегодня показать все, на что мы способны. Я первый раз здесь, очень здорово. Все нарядные, танцы, все, как я люблю. Я здесь уже 2-й год, мне очень нравится. В прошлый год у нас были более легкие танцы, в этом году они потруднее. Получаем удовольствие от этого. Бал-маскарад от века к веку уже стал ежегодным. Он проходит для учеников старших классов Рыбновского района 7-й раз подряд. Танцоров встречают накануне Нового года. Я думаю, эта традиция добрая, и эту традицию будут поддерживать и последующие поколения. Позвольте в этот праздничный вечер по поручению главы администрации муниципального образования Рыбновский муниципальный район Горелова Андрея Валентиновича поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам творческих успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. За плечами участников множество репетиций. Сначала на базе родной школы, а затем и несколько общих. Ведь нужно было не только выучить основные шаги, но и запомнить фигуры, перемещения по залу, отточить умение двигаться в такт музыки. Стоит отметить, что число танцующих от всех школ разное. Дело в том, что в бале-маскараде может принять участие каждый желающий. Есть единственное ограничение – необходимо найти себе пару. Детям надо знать свою историю, и им это интересно. Каждый год у нас принимают участие новые дети. То есть одни дети выпускаются, другие старшеклассники приходят. И тоже все всегда с удовольствием танцуют эти старинные танцы. Бал-маскарад год от года становится красочнее и масштабнее и находит все больше отклика у молодежи. Ведь это уникальная возможность в легкой танцевальной форме познакомиться с традициями разных стран и узнать родную культуру. Школьники ждут его с нетерпением и готовятся заранее, выбирая наряды и оттачивая хорошие манеры. В этом году для участников подготовили 7 танцевальных композиций. Они разные по характеру и стилю, поэтому каждый смог найти танец по душе. Самое замечательное – это, конечно же, вальс. Он всегда вдохновляет. Он самый изящный. Чувственный. Очень красивый. Вальс. И вот у нас был быстрый танец. Он как раз взят из фильма «Алиса в стране чудес». Он очень веселый, нравится нам. Репетировали мы каждый день. Сначала было сложно, но потом у нас все получалось. Очень радовались. У нас были отличные хореографы, которые нам помогали в этом. В заключении вечера к танцорам прибыл Дедушка Мороз и юная Снегурочка, которые поздравили школьников с приближающимся Новым годом. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».